Весенние каникулы в этом году обещают быть поистине незабываемыми. Представления в театрах, увлекательные выставки, конкурсы, акции не только разнообразят детский отдых, но и заставят школьников на время позабыть об интернет-пространстве. Посыл, с которым мы обращаемся ко всем родителям: помогите нам сделать так, чтобы дети не провели ваши каникулы дома на диване перед телевизором и перед компьютером. Помогите, давайте стимулировать их вместе к тому, чтобы они выходили на воздух, чтобы они выходили на катки, наши крытые арены, чтобы выходили на огромное количество массовых мероприятий, которые будут проводиться, участвовали в акциях. В дни каникул культурные и спортивные учреждения города помогут родителям вытянуть детей из виртуального мира в реальный. Так, в Ледовом дворце уже подготовлена развлекательная программа на выходные дни. Ледовый дворец «Волга Спорт-Арена» приглашает и детей, и родителей в дни школьных каникул к нам на массовые катания. Гостей ждет интересная программа, выступления участников Ледового театра, замечательная музыка, приятная атмосфера и, конечно, льготные цены. Увлекательнее просмотра сериалов могут быть только представления в Театре юного зрителя «Небольшое» на весенние каникулы. Здесь гости увидят постановки по мотивам русских народных сказок, классических произведений и необычные истории братьев Гримм. Кроме этого, театр готовит новый спектакль по пьесе американского драматурга Леонардо Герша, который, несомненно, затронет сердца юных зрителей. Это бродвейская пьеса с очень таким, с одной стороны, легким сюжетом, но с другой стороны, с очень глубоким и серьезным. Это, можно сказать, что это мелодрама по жанру, но даже драма скорее, рассказывающая о молодых людях, о их становлении в жизни, о конфликтах, с которыми они сталкиваются. Во Дворце пионеров на каникулах пройдет географический фестиваль «Фрегат Паллада». Одно из самых масштабных мероприятий весны не сможет обойти ни один уважающий себя искатель приключений. Традиционно вот уже несколько лет дворец представляет свое помещение на Минаева 50 под фестиваль «Фрегат Паллада». Очень интересное зрелище. Практически все наши и аудитории, и залы будут заполнены огромным количеством экспонатов. Я знаю, там можно и посидеть и в байдарках, можно будет пообщаться с интересными путешественниками, с людьми, которые сами ходят в походы, с людьми, которые сами умеют там выживать в каких-то экстремальных условиях. А программу предстоящего фестиваля можно будет узнать, посмотрев онлайн-трансляцию тематической пресс-конференции на сайте «Управда» 27 марта в 15:00. Юлия Дегтярева, Юрий Конихин, «Новости Ульяновской правды».